группа волонтеров из Казахстана. Мы хотим показать и рассказать людям о волонтерстве, о людях, которые им занимаются. Какие исторические музеи понравились вчера? О, привет, парни! Здорово, Миша, давно хотел увидеть тебя. Я слышал, ты занимаешься волонтерством? Да, уже занимаюсь как год. А кто такие волонтеры? Ну, волонтеры — это люди, которые помогают там животным, людям. Ну. О, привет! Привет, привет, девчонки! Привет! Я слышу, вы разговариваете о волонтерстве? Да. Мы тоже занимаемся волонтерством. А какая от этого польза? Ой, это очень большая польза. Мы помогаем детям, животным. А от этого мир становится лучше. Привет! 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 Это тоже одни из вас? Конечно! Как вас много! А кто вообще может стать волонтером? Волонтером может стать каждый. И может стать человек любого возраста, лишь бы было желание. О, здорово! Привет! Мы тоже Привет! Рад вас видеть! Мы тоже тебя рады видеть. А какие вы трудности испытываете? Ну, у нас в Казахстане все люди, практически все молчат о том, что у них есть какие-то проблемы, и нам приходится распечатывать объявления. Это да. Показывать, ну, есть, говорить, что есть такие люди. Привет! Привет! А откуда вы идете? Из детского дома. Мы помогали детям. О, вы еще помогаете детям? Да, конечно. А кому вы еще помогаете? Пенсионерам, инвалидам, природе. Животным. Так получается, вы полезны для общества. А могу я стать одним из вас? Да, конечно! Я буду только за. О, круто! Волонтер спешит на помощь! Волонтер спешит на помощь! Волонтер спешит на помощь! Волонтер спешит на помощь! Волонтер спешит на помощь!